Два предпринимателя Башкортостана выиграли федеральные гранты на развитие проектов в сфере агротуризма. 9 миллионов рублей получит молочное ранчо Кушнаренковского района, и еще 5 миллионов – башкирское кочевье Баймака. Всего в конкурсе участвовали 223 фермера из 63 регионов России. Общий бюджет превышает 500 000 000 рублей. Средства можно направить на развитие сельского туризма, создание глэмпингов, их обустройство, покупку туристического оборудования, благоустройство территории и другие цели. Суть проекта «Башкирское кочевье» заключается в организации средств размещения для гостей, желающих приехать к нам в гости, пожить в юрте, попить натурального кумыса, покататься верхом на лошадях и отдохнуть в далеком природном уголке от городской суеты. Гранты могут получить компании, зарегистрированные в сельской местности и относящиеся к малым предприятиям. По данным Республиканского Минсельхоза, в регионе уже есть примеры развития агротуризма, например, страусиная ферма в Гуфурийском районе.